Всем привет! Добро пожаловать на канал «Деревенька у пруда». Вот решили к пруду прогуляться вечерком и показать вам, как у нас обстоят дела. Пруд продолжает спускать, мелеет на глазах. Искупаться, что ли, напоследочек. В этот год ни разу, кстати, не купались. Матвей у нас один купался. А мы так и не открыли купальный сезон. Так жалко. Столько рыбы погибнет. Посмотрите, сколько ракушек уже погибло. Но будем надеяться, что все это на благо. Сейчас покажу как раз вам наше безобразие. Вот наш бывший мостик. Теперь вот надо еще найти время и убрать тут всю территорию. Все спилить, покосить. И будет красота. Целый день рыбаки тут плавают. И спиннинги, и сети. Да, потом, чтобы начать пруду полностью свою функцию восстанавливать, это, наверное, очень долго время потребуется. Мне вот так интересно, есть заказчик вот этих строительных работ, есть исполнитель. А кто-нибудь из них будет запускать рыбу в пруд? Ведь считай, по всей деревне спускают эти пруды. Все вот так вот через плотины. Но тут плотина. Там переливается вода. Чего нет? Там есть вода. А вот тут Нины нету. И где пляж, тоже нету. И там, представляешь, сколько рыбы погибло? Это вот тут еще поглубее. Глубоко. И тут пока есть водичка. А сегодня-завтра, может, она тоже уйдет. Что-то кто-то стреляет. А сейчас какой? А, салют, думаешь? Ну, не видно салют. Кстати, Денис мне сегодня сказал: мам, когда высохнет полностью пруд, ты сможешь сходить к тете Наташе в гости. Вот так напрямки. Так что, тетя Наташа, как только высохнет пруд, я приду к тебе в гости. Передаю тебе огромный привет. Жди в гости. Так, ну такие вот дела у нас в деревеньке у пруда. Всем позитивного дня, настроя, мирного неба над головой, мира в семье. Всем пока-пока.